два, один! Наш мир полон чудес. И мы приготовили для вас еще одно чудо. Продолжение сезона «Орел и решка. Чудеса света». В новом сезоне мы объедем все континенты, чтобы увидеть 20 самых удивительных мест нашей планеты. Нас ждут бескрайние пустыни. Люди! И необитаемые острова. Самые веселые праздники. И самые страшные обычаи народов мира. Не надо, у него кровь! Таких чудес света вы еще не видели. Ой. Ну я же говорил, будет круто. Наслаждайтесь. Хочу все. Смотри, у тебя тоже кабриолет. А, видел? Как тут круто. С премиальной картой MasterCard могу позволить себе все, что угодно. Это тебя приветствует. Эй. Всем привет, это Орел и Решка, чудеса света. И мы в Индии. Агра, Тадж-Махала, мне кажется, это самое романтичное чудо света, потому что мужчина посвятил его своей любимой женщине. Орел. Решка. Пацаны, я в вашей касте! Вы даже меня не приняли. Это фиаско. Ну все, можно представить, что посвятили Тадж-Махал мне. Хотя бы на два дня. Тадж-Махал. Во всей Индии не сыскать чудо более великолепного. Созданный из белого мрамора, он, как огромная жемчужина, сияет посреди древнего города Агра. Красивее этого чуда света только его история. Она стала бы идеальным сюжетом для болливудского фильма, где есть богатство и бедность, и счастье, и песни, и слезы, и вечная любовь. Сегодня мы ее узнаем. Все туристы, которые хотят увидеть Тадж-Махал, сначала прилетают в столицу Индии, Дели, и уже оттуда едут в Агру на поезде или на машине. Мы приехали на поезде, поэтому начинаем наше путешествие с ЖД вокзала Агра-Кант. До центра города можно добраться на такси, но гораздо дешевле, веселее и аутентичнее на моторикше. Excuse me, who is a моторикша босс? Моторикша босс. Моторикша босс. А, это же он. А, Антон Кутрапаль.
You know me? You're fame. You're fame. I need to go to the center, Agra. How much? Then? Only as much as you have. I have 25 rupees. No problem. No problem. Let's go. Let's come with me. But seriously, we're to Agra center. Agra center in Sadar Bazaar. Yeah. Sadar Bazaar. How much? Only 60 rupees. 60? 60 rupees, это меньше доллара. Отлично. Отлично. Let's go. Let's go. Let's go. Okay, here. Пастбище Моторикс. Моя. Hi. And... Yes. Oh, we go together. Это, видимо, пилот и второй пилот. Блин. Я не первый раз вижу такую Моторикс, но каждый раз удивляюсь. Во-первых, это почти кабриолет, только не с той стороны. Крыша есть, но нет дверей. Но зато обзорная экскурсия. Знаете, как местные вычисляют миллионеров? Они не ходят пешком и тем более не ездят на тук-туках, исключительно передвигаясь на Махиндре. Внедорожник Махиндра Скорпио – это гордость индийского автопрома. Тут он считается авто класса люкс и стоит по местным меркам немыслимую 21 тысячу долларов. Что ж, Махиндра. Места не так уж и много для внедорожника. Коврики погрызанные. Мышка-нарушка здесь была. Есть кондиционер. Давайте концентрироваться на положительных моментах. Ладно, поехали. Узнаешь по шуму. Если в первые две минуты у тебя лопнула барабанная перепонка, скорее всего, ты в Индии. Никогда не думал, что такого скажу. Тут чисто. Дороги ровные. Что, все? Это центр? Мы приехали. Ого, ничего себе. Thank you. О, это его... Thank you. Теперь я... Thank you. Это водитель, а это кассир. Thank you so much. Bye-bye. Ну все, водитель сказал, что это и есть центр. Обожаю страну. Когда попадаешь в центр Агры, вообще ничто не намекает, что здесь находится главное чудо Индии и одно из семи чудес света. Вы знаете, из-за чего больше всего... Вы знаете, из-за чего больше всего сходишь с ума в Индии, даже больше, чем об этих постоянных бибиканий, шума и гамма, это то, что здесь отсутствует вообще понятие личного пространства. Всем плевать, что ты идешь, что у тебя какие-то дела. Тебя 7 раз задавят, 8 раз объедут и 4 раза толкнут, пока ты дойдешь до своего места. Вы не могли восьмером ехать? Посмотрите, как выглядит город, в котором находится главное чудо Индии. На одном и том же углу разрушенный дом, журчит открытая канализация и бродят зачуханные свиньи. А над головой скачут и противно визжат макаки. Здесь пахнет обувью, лежит обувь, которой больше, чем пар ног вокруг. Агра по площади как Бердянск, но живет здесь 1,5 миллиона человек. Работы на всех не хватает. Каждый зарабатывает, чем может, и получает очень мало. Вот дедушка продает пыльные неработающие телевизоры и зарабатывает на наши деньги 800 гривен в месяц.
Рядом мужичок продает физалис и зарабатывает чуть больше 1300 гривен в месяц. Судя по всему, местный барбершоп. Этот мистер прямо на улице стрижет ржавыми ножницами. За одну стрижку берет 7 гривен. А здесь дядечка гладит рубашки за 4 гривны. Обратите внимание на утюг. Он не электрический, как вы все могли подумать. Угли, там внутри угли, за счет этого нагревается. Я даже отсюда вижу, что это очень горячий утюг. Он раскаленный. Ой, ну весит 7 килограмм. В общем, я вам советую их также именно прогуливаться по улицам, потому что по пути, если внимательно смотреть по сторонам, можно увидеть еще столько чудес. Знаете, в Индии я по-новому посмотрела на функцию бесконтактной оплаты. Помимо того, что таким образом в полной безопасности мои денежки, это очень гигиенично. После того, что я видела на улицах Индии, не очень хочется давать кому-то свои личные вещи. А что может быть более личное, чем премиальная карта MasterCard? От шума и грязи Агры хочется поскорее сбежать в тихое и чистое миллионерское место. Для политиков и знаменитостей, которые приезжают посмотреть на Тадж-Махал, здесь построили целых 14 пятизвездочных отелей. Из всех вариантов я выбрала отель Double Tree люксовой сети Hilton, в котором сегодня свободен самый дорогой номер – президентский люкс. Мой президентский номер. Президентский – это, конечно, громко сказано. Такой мини-президентский. Кухонька маленькая. О, какая ванная с панорамным окном. Класс! Правда, с видом на спальню, но прикольно, я такое люблю. Да, президентские люксы в мире бывают пошикарнее. Но и стоят они 20 тысяч долларов, а не 320 баксов, как мой. За свои деньги это отличный президентский люкс. И наслаждаешься тем, что будешь спать в чистой кровати. В не очень чистой Индии. Агра – это промышленный город на берегу реки Ямуна. Глядя на него, никогда не поверишь, что среди трущоб, грязи и дыма заводов находится одно из 7 чудес света – Тадж-Махал. Конечно, можно купить открытку за 10 рупий с видом на Тадж-Махал, но гораздо круче увидеть это все самому. Но для этого придется отправиться в целое приключение. Let's go! Бюджетный турист может добраться до чуда света абсолютно бесплатно. Для начала нужно добраться до железнодорожной станции Агрофорт. Затем выйти на платформу, спуститься на рельсы, оп, и проследовать по железнодорожным путям примерно 2 километра. Вот удивительно, у нас по железнодорожным путям ходить строго запрещено, а в Индии рельсы и шпалы – это такая же дорога, как тротуар. Добрый день, коллега. До другой стороны реки далеко? Спасибо. Пути ведут на мост через реку Ямуна, и тут тоже вовсю гуляют пешеходы. Тут есть, во-первых, специальная полоса, а во-вторых, вот такие островки спасения, если вдруг пойдет поезд. И это не только островки безопасности, но и бесплатные смотровые площадки на Тадж-Махал. Пожалуйста, Тадж, молоке. Жди меня, чудо света. Через километр буду. Территория Тадж-Махала огромная, 600 на 300 метров. И входов целых 3.
Главный вход через западные ворота. Здесь всегда толкучка. Чтобы не стоять в очереди 2 часа, идите к восточным воротам. Там никого не будет. Ну вот, ни очередей, ни толп. Билеты там. Билет для местных стоит 50 рупий. А для иностранцев чуточку дороже, примерно в 22 раза, 1100 рупий. И еще 200 рупий, если хотите посетить мавзолей. Обожаю мавзолей. Всего получилось $17. Входной билет действительно только 3 часа после покупки. В стоимость билета входит бутылочка воды и бахилы. Красиво жить не запретишь. Для иностранных туристов сделали отдельный проход. Yeah, I can go, thank you. Из-за пандемии коронавируса тут посадили врача, который меряет каждому иностранцу температуру. Проверка. That's good. Вы отличный доктор. Остальным 5000 индейцев, которые каждый день приходят посмотреть на Тадж-Махал, температуру не меряют. Чтобы увидеть Тадж-Махал, сначала нужно пройти во внешний дворик и потом зайти через главные ворота. Но, судя по помпезности, масштабу и красоте ворот, чудо света точно не разочарует. Я уже его вижу почти весь. Еще раз «А». Здравствуй, Тадж-Махал! Здравствуй, чудо света! Он какой-то идеально симметричный и как будто бы не настоящий. Посреди шумной, грязной и порой очень непонятной Индии поставили вот такое чудо, чтобы приезжать только ради него. Потому что вот оно потрясает. Тадж-Махал – это огромный дворцовый комплекс с садами, фонтанами, помпезными гостевыми дворцами. А венчает это великолепие исполинский белоснежный мавзолей. Это чудо света почти 400 лет назад построил индийский правитель Шах-Джахан в честь своей любимой жены Мумтаз-Махал, которая родила ему 13 детей и умерла во время 14-х родов. В память о ней Шах приказал построить мавзолей, которому нет равных на земле, не было и не будет. И у него это получилось. Очень красиво, прям жемчужина на солнце. Как это они все смогли сделать в 17 веке? В 17 веке, когда у нас не было дорог, все ходили в лаптях и жили максимум в деревянных домах. Тадж-Махал стоял здесь под солнцем. Вы представляете? У меня мурашки. Мне кажется, это более чем заслуживает называться чудом света. Ну что, пойдем посмотрим поближе. Спускаешься вниз, и магия как-то пропадает. Из-за людей не видно половины чуда света. В моем случае 3/4. Давай скорее, у нас есть 3-4 секунды счастья. Of course. Ну вот, мои 5 секунд свидания с Тадж-Махалом закончились.
Если есть безлимитная карта, в Тадж-Махале можно взять личного фотографа. У него есть право разгонять туристов, чтобы у тебя получилось эксклюзивное фото без людей на фоне Тадж-Махала. Вот так. Ой, Тадж-Махал на ладошке. После фотосета можно выбрать понравившиеся фото. Их пришлют на почту. Я заказала все 132 фотографии. Решил посмотреть, где же на Тадже элементы жемчуга, сапфира, бирюзы и остальных камней. Шансов у меня больше, чем у всех остальных туристов здесь. Вот, видите, невероятная штука. Мне кажется, здесь метров 100 примерно. А видно все так, как будто рядом стоишь. Тадж-Махал – это грандиозный комплекс, который строили 22 года. Сначала на 10 тысячах слонов привезли белый полупрозрачный мрамор из Раджастана. Потом за работу взялись 20 тысяч резчиков по камню, скульпторов, каллиграфов и ювелиров. Тадж-Махал отделан 28 видами самоцветов. Нефрит везли из Китая, бирюзу из Тибета, сапфиры из Шри-Ланки. Какая кропотливая работа. Каждый цветочек. Вручную, понимаете, вручную. Никаких машин. Посчитали, что в пересчете на современные деньги построить такую усыпальницу стоит, внимание, 10 миллиардов долларов. Эх, девочки, всем бы такого мужчину. По легенде, главному архитектору Тадж-Махала после окончания строительства отрубили руки, чтобы он больше никогда не смог повторить такую красоту. Мне теперь доступен вход в мавзолей, и можно будет увидеть, что находится внутри Тадж-Махала. Внутри стоят гробницы Мумтаз-Махал и Шаха-Джахана. К сожалению, это написано тут на куче табличек, съемка внутри мавзолея строго запрещена. Но я схожу туда и все вам обязательно расскажу. У меня отличная память и шикарное воображение. Ну, внутри это выглядит как вот этот холл, только закрытый и восьмиугольный. Ты движешься по четко очерченному маршруту по кругу вокруг двух саркофагов с изразцами. И, в принципе, все. Ну, такое. Не обязательно тратить на это 200 рупий. Да уж, здесь прям чувствуешь себя принцессой. Только принца не хватает. Хотя, почему не хватает? Сейчас организуем. Samsung Galaxy S20+. Твой цвет, твои правила. Алло. Привет. В этом году Тадж-Махалу исполнилось 388 лет. Погуляв рядом с ним, замечаешь все его морщины, шрамы и увечья. Как бы печально это ни звучало, но Тадж-Махал умирает. Но это происходит не только от старости. Чудо света убивает рой мух, которые прилетают с реки Ямуна. Они оставляют на стенах свои экскременты, и там заводится плесень. Сейсмологи говорят, что Тадж-Махал разваливается даже от микровибраций от ног миллионов туристов. Его царапают каблуки и грубая подошва, поэтому без бахил туристов сюда не пускают. Белоснежный мрамор
желтеет из-за дыма крематориев. Тела умерших индийцы сжигают под открытым небом прямо напротив чуда света. Так что дым и пепел с погребальных костров летят прямо на мавзолей. Тадж-Махал зарабатывает на туристах 13 миллионов долларов в год. И из них 8 миллионов тратят, чтобы его отмыть, очистить, залатать. В общем, сделать все, чтобы символ Индии не развалился. Here. Oh, why? 3 hours only. 1:29. Yeah. Yeah, expired time. Oh, what should I do? Ticket validity only 3 hours. But it means it's 3 hours after. Yeah. Apparently, yeah. So what should I do? Так, ребята, оказывается, это не 3 часа после того, как купил, надо использовать билет, а 3 часа всего ты можешь находиться в Тадж-Махале. Такое ограничение придумали, чтобы тысячи туристов не задерживались на территории Тадж-Махала. So how much I should pay for 600? But I'm here only 1 hour more. Yeah, cover and do the time expire time. Yeah, recharge. Yeah, 600. Получается, у меня теперь билет стоит не 1300 рупий, а 1900 рупий. Это уже почти 25 баксов. Обалденно. Смотри, а если бы потерял, был бы штраф 100. То есть выгоднее потерять? В общем, мой вам совет, учитесь на моем примере. 3 часа 10 минут – это максимум, который вы можете провести в Тадж-Махале. Иначе вы заплатите половину стоимости просто ни за что. Чтобы найти дорогое развлечение в Агре, надо еще ой как постараться. Но нам улыбнулась удача. В наш уикенд в Агру привезли всемирно известный аттракцион, который нельзя пропустить. Fly Dining или летающий ужин. Это ресторан-аттракцион, который парит в небе. Fly Dining гастролирует по всему миру. Шанс поймать его именно в Агре был 1 из 1000. Но чудо случилось. Представляешь, мне первый раз такое вообще будет. Hello. Namaste. Прям встречают меня всем рестораном. Thank you. Namaste. Hello. Welcome to Fly Dining Agra. Класс! Ой, вот теперь мне стало чуть-чуть страшно. Потому что, когда ты со стороны на это смотришь, это типа, вау, класс! А тут прям все серьезно. Посмотрите, они на тросах все прикреплены. А парашют есть у нас? Если вдруг что? Я уже хочу начать. Okay. Ух ты! Ой, мы реально поднимаемся! Ой, что-то я не хочу поворачиваться назад. It's okay, that's fine. I nervous a little bit. That's fine, that's why I'm telling you, that's fine. Ой, нет! Блин, страшно, реально страшно. Ой-ой-ой. Вы понимаете, что это как воздушный шар, только без корзины? Ой-о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 й. Блин. Кран поднимает сложную конструкцию с сиденьями, столом и кухней и зависает на высоте 50 метров. Тадж-Махал, видите, Тадж-Махал! Сверху прям хорошо видно, насколько Тадж величественнее, чем вот все дома вокруг. А, блин, тапочек упал! Тапочек упал! Хорошо, что я никому на голову не попала. Я как Золушка. Проходит минут 20, и ты такой же привыкаешь к высоте, чувствуешь себя увереннее намного.
Но кто хочет пощекотать нервишки еще сильнее? Исполняю трюк без рук. Блин, страшно. Страшно реально, ребят. Та-да! Если честно, очень страшно. Поужинать в воздухе стоит $50 за человека. Я выкупила все места за столом. Но одному в летающем ресторане поужинать нельзя. По технике безопасности нужно взять еще 5 человек, чтобы они уравновешивали конструкцию. По оснащению летающий ресторан ничем не отличается от дорогого ресторана на земле. Здесь есть своя кухня, официант, бармен и шеф-повар. На закуску на золоченом подносе подают индийский хлеб наан с ассорти из гарниров. Тут рис басмати со специями, и чечевичный суп дал, и сыр панир масала, и кисломолочный суп райта. На второе шеф готовит овощную котлетку в панировке, брокколи в молочном соусе и жареный сыр панир в томатном чатни. Да очень вкусно. Я не знаю, из-за адреналина это. Знаете, когда боишься, начинаешь есть, кажется, все намного вкуснее. Но прям это лучшее, что я пробовала в Индии. Летающий ужин – это реально аттракцион на высоте. Но местечко для него выбрали странное. Кран стоит посреди каких-то трущоб и огородов. Коров так много, посмотрите. В каждом дворе по корове. И Тадж-Махал так далеко, что если у тебя зрение -1, мавзолея уже не увидеть. Чтобы богатые туристы не отвлекались на трущобы и коров, после ужина летающий ресторан превращается в летающую дискотеку, а шеф-повар превращается в зажигательного танцора диско. Ой, это просто обалдеть, как круто, ребята! Класс! Ой, тапочек мой нашелся, смотрите! Потеряшечка мой! В Агре очень много разной еды. На рынках, в ресторанах, в кафе. Но местный тренд – это руфтоп-рестораны. То есть ресторанчики прямо на крышах домов. Их прелесть в том, что сверху видно главное чудо города – Тадж-Махал. На каждой крыше, где виден хотя бы кусочек Тадж-Махала, местные обустраивают кафешки. Я нашел одну с шикарным видом. Ну вот, полюбуйтесь, шикарный вид. Кстати, расскажу, как здесь устроено ценообразование. Чем лучше видно Тадж-Махал, тем выше цены. Но даже несмотря на это, цены тут очень даже демократичные. $5 стоит блюдо, а за $10 тут можно устроить полноценный пир. Век Джарфризи, Катхай Панир, Мурк Хатхай, Мурк Шахи Корма, Мурк Макхани, Мурк Тика Масала. Я сейчас, наверное, вызвал Шиву, но... Хочу заказать блюдо с самым длинным и самым романтичным названием «Панир Бутер Масала». Звучит, как какая-то экзотическая болезнь. Вуаля! Выглядит это, если честно, не очень. Даже посмотрите по подаче. Металлические тарелки. Мне кажется, это из-за того, что, ну, во-первых, это мыть удобнее, а во-вторых, в отличие от керамики и стекла, это не бьется. А вот это красное... Я уже знаю, что это означает. Прощай, желудок, прощай, слизистая. Если бы вас вдруг напугало название, панир баттер масала. Все очень просто. Масала – это специи, баттер – масло, а панир, собственно говоря,
сыр. И получается он очень просто. Коровье молоко смешивают с лимонным соком. И из-за кислоты белок сворачивается. И получается вот такой консистенции сыр. Такой индийский аналог брынзы или моцареллы. Слушайте, а пока не такое острое. Будто бы немножко запекли козий сыр. Поужинать в ресторанчике на крыше в Агре – это обязательная программа для туриста. Всего за $3 получаешь и порцию вкусноты, и порцию красоты. Долгожданный момент. Сегодня 100 баксов я не буду прятать на улице в Индии. Мы оставляем их в ресторане Fly Dining, потому что я очень хочу, чтобы у кого-то здесь было незабываемое свидание с видом на Тадж-Махал. Символ любви. Ловите координаты. Агра. Площадка возле культурного центра Калакрити. Ресторан-аттракцион Fly Dining. Yes, I'm ready. Напитись. Храните бутылку. Пароль «Орел и Решка». Пароль «Алишечка». Да, примерно так. Удачи! Знаете, чем еще круто это место? Это не только ресторан с обалденным видом, на сегодня это еще и мой отель. Комбо. В основном руфтоп-рестораны в Агре располагаются на крышах отелей. Тот, в котором обедал я, находится на крыше однозвездочного отеля «Sanya Palace». Самая дешевая комната в этом отеле стоит чуть больше $12. Сейчас обещали показать. It the cheapest one? Yes, cheapest one. Там как-то неплохо. Hot water left. Hot water? И, ну, традиционный индийский душалет. То есть это когда и душ, и туалет все вместе. Когда ты стоишь под душем. Все попадает в унитаз. Когда ты сидишь тут, можешь наблюдать за душем. Но за $12, интересно, а что у них тогда с самым дорогим номером? And how much for the most expensive room? I have 1,500 rupees. 1,500 rupees, it's about... Это чуть больше $20. Can you show me? Yes, please. Wow! Wow! Вау! С видом на Тадж-Махал, это первое. Пускаясь через решетку. Больно, но терпимо. Кровать с чистым бельем. Туалетной бумаги в два раза больше, чем в том номере. Оба полотенца чистые. Вентилятор. И на секундочку, кондиционер. Бау! И самое главное, расстояние от унитаза до душа позволяет разделить эти два действия. Слушайте, переплата всего $8. Но даже я со своими 100 баксами могу это позволить. Зато у меня номер, мне кажется, один из самых шикарнейших в Индии. Can I take this number? This room, okay? С развлечениями для богатых туристов в Агре, мягко говоря, туго. Все они посвящены одному – Тадж-Махалу. Вечером туристов развлекают на шоу «Махаба Дзе Тадж». Как вы уже поняли, оно тоже про Тадж-Махал. Hello. Билет в VIP-зону стоит $100, больше половины средней зарплаты индийца. Те, кто на них раскошелился, усаживают в первом ряду на кресло со стразами. Как я давно не ходила на концерты! Так как все будет на хинди, чтобы мы понимали вообще сюжет, всем людям выдаются вот такие наушники, где идет английский перевод. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Calcutta Cultural and Convention Center. Our show Mohabbat Taj depicts the true and immortal love of the Emperor Shah Jahan for his beloved wife Mumtaz Mahal. Шоу «Махаба Дзе Тадж» — это фееричный мюзикл.
здесь поют, играют, танцуют не хуже, чем в индийских фильмах. На декорации, свет, костюмы продюсеры мюзикла потратили 500 тысяч долларов. В основе сюжета реальная история любви Шаха Джахана и его жены Мумтаз Махал. Аш-аш карухе, ор хамари малика, африн, африн. Жили Шах с женой в любви и радости. До 38 лет Мумтаз умудрилась родить мужу 13 детей. Но 14-я беременность разделила их. Мумтаз Махал умерла после тяжелых родов. Махал. Класс, так красиво, господи. Вау, Тадж-Махал. Какой мужчина. Тут на 8 марта цветов не дождешься, а он строит Тадж-Махал. Я что-то очень чувствительна. Hello. Hello. Спасибо. Один минарет, два минарета, три минарета, четыре минарета, мавзолей. Утром я решил пойти в одно из самых колоритных мест Агры. Чтобы его найти, надо снова прогуляться по железнодорожному мосту через реку Ямуна и посмотреть вниз. Смотрите, по ту сторону реки местная большая стирка. Это общественная прачечная Агры. Туристам обязательно стоит сюда прийти и посмотреть на это индийское чудо. Можно спуститься с моста и посмотреть на прачечную поближе. Вход свободный. Здесь трудятся представители низшей касты. Тхоби. По-нашему, это прачки. У тхоби нет стиральных машин. Они вываривают грязное белье вот в таких огромных чанах. How it works? Boxing. Yeah. 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 О, плюнул в меня, ага. Без такой экспрессии можно? Блин, как объяснил. В общем, вы поняли по пантомиме, что сначала белье хорошенько вываривают вот в этом растворе. А судя по пене, это не просто вода, это мыльный раствор. Для пущего эффекта в раствор еще добавляют соду. И спустя 5 часов белье достают палкой из чана. Потом белье ополаскивают в реке, в которую сливают канализацию, выбрасывают мусор и туши умерших животных. Потом бьют об грязную поверхность и аккуратненько так выкладывают на кучу мусора сушиться. Вы серьезно? Сушить на мусоре? А вот это прям инсталляция бессмысленность. Я очень надеюсь, что это хотя бы животного. Да? Почем? Клин? Я. Вы мне чужое белье продаете? Ого! Ну, оно мокрое. И на
вещи и на первый взгляд даже как бы чистая. Ну, пахнет хозяйственным мылом. Оп! Стирка Лухари-Вилаш. Серые пятна. Серые пятна, ну как ты стираешь? Ну, ты ж профессионал, ты не любитель. Ну? Сука. Стирка от профессионалов. Он мне показывает, ну, чего, на земле же сушилась, что ты хочешь? Сейчас. Сейчас, может быть, что-то изменим. Так. Я обожаю их. Парни то ли играют в игру «Море волнуется» раз, то ли отряхивают так белье, как бы показывают, что мы не лыком шиты. Каждое утро нам привозят белье со всей Агры. Приходится работать по 24 часа в сутки. Мы стираем даже ночью. Нашу профессию называют самой грязной в Индии. Но она нас хорошо кормит. Я зарабатываю больше, чем парикмахер или продавец фруктов на рынке. 15 тысяч рупий в месяц. 15 тысяч – это $200, чуть больше $200 в месяц. А сколько стоит постирать одну вещь? Например, эту? How much to wash this one? 2 рупии. 2 рупии? 2 рупии to wash. После того, как белье высохнет на солнце, его складывают в кучку, грузят в тачку и развозят по адресам. Лучшее, что может сделать богатый турист на второй день в Агре, это уехать из Агры в соседний город. Сейчас я еду в Фирозабад. Это такой городок рабочего класса, который вот уже несколько веков занимается производством стекла. Представляете, там живут настоящие стеклодувы, причем много поколений. Интересно. Я приехала в Фирозабад, город, где на каждом шагу ты слышишь звон стекла. Фирозабад – это стекольная столица Индии. Тут живет 40 тысяч стекольщиков и работают 150 стекольных цехов, на которых производят всевозможные изделия из стекла для всей Индии. Но визитная карточка Фирозабада – это стеклянные браслеты. Как же их много! От браслетов рябит в глазах. Их здесь сотни, тысячи всех цветов радуги. С камушками, блестками, рисунками. Эти браслеты называются чури. В Индии такие носят замужние женщины. Считается, что звон стеклянных браслетов привлекает к женщине внимание мужа. Can I see? Очень красиво. Нет, нельзя трогать вас. Мы приехали на стекольный завод, который специализируется исключительно на женских браслетах чури. Интересно, что то, что попадет на нежные женские руки, делают 600 человек мужчин. В Фирозабаде богатый турист может купить себе индивидуальный тур на стекольное производство, чтобы посмотреть, как делается стекло. Поверьте, это настоящая магия. Горячо здесь. Мне кажется, я могу нечаянно воспламениться здесь. Оп. Посмотрим со стороны. Стекло делают из чистого кварцевого песка. Сначала его несколько раз просеивают и отправляют в специальные печи. Там песок плавится при температуре 1700 градусов и превращается в жидкое раскаленное стекло. Потом мастера берут длинные металлические прутья и наматывают на них стеклянную лаву.
дальше из стеклянной лавы формируют большую каплю. Потом каплю нужно снова разогреть в печи, чтобы зацепить ее кончик на быстро крутящийся вертел. Заготовки попадают в руки стеклорезов. Они разделяют длинную пружину на отдельные браслеты. А потом фасовщики нанизывают их на веревку, как баранки. Очень тонкая, кропотливая работа. Одно неловкое движение, они сразу лопаются, ломаются и разбиваются. Это, конечно, большой труд. Каждый день только на этом заводе делают 300 тысяч браслетов. А в городе таких цехов под 50. Это 15 миллионов браслетов в день. Индийские власти считают, что именно стекольные заводы Фирозабада убивают Тадж-Махал. Токсичные выбросы и дым из печей разъедают белый мрамор чуда света больше, чем экскременты мух и пепел погребальных костров. Из-за этого стекольные заводы один за другим закрывают. Десятки тысяч людей уже лишились работы. Но власти непреклонны. Ради главного символа Индии тут готовы идти на любые жертвы. Для индийцев Тадж-Махал – это больше, чем просто мавзолей. Это символ вечной любви. Влюбленные приходят сюда, чтобы признаться друг другу в чувствах. Родители приводят детей, чтобы те с малых лет вдохновлялись красотой. Богачи заключают тут сделки, чтобы они были удачными. А бедные индийцы мечтают наскрести полдоллара на билет в Тадж-Махал, потому что для них это самое прекрасное, что есть в мире. Но для туристов Тадж-Махал – это пусть красиво. Обожаю мавзолей. Но достопримечательность одного дня. Тадж-Махал на ладошке. Тадж – молоке. Так что задерживайте дыхание на сутки, делайте фотки. Моя мумтаз. Пойдем. И отправляйтесь к следующему индийскому чуду. Больно, но терпимо. Я что-то очень чувствительная. Добрый день, коллега. Какой мужчина, а? Тут на 8 марта цветов не дождешься, а он строит Тадж-Махал. Как я дальше без этого звука приятного гудков? Опа! Роскошно, привет. Роскошно. Влилась. Да, я буду хвастаться. Ну, давай, я видел давай. Чудо света. Тадж-Махал со всех сторон. Сверху, снизу, сбоку, справа, слева, во сне, в мечтах, в кошмарах, просыпаясь, засыпая на открытую. Я смотрю, ты прекрасно справляешься без безлимитной карты. Чудо-юдо, идем. Пока, ребята. Пока. К сожалению, на этом сезон «Чудеса света» вынужден взять паузу. Из-за пандемии коронавируса почти все страны закрыли свои границы. И мы пока не можем путешествовать.
Но чтобы вы не скучали на карантине, мы подготовили для вас наше самое веселое «Чудо неизданное». Дублик, сделаем дублик. А, как это ужасно! Орел и Решка, работа мечты.